Голос юности звучал в Балтийском доме. Фестиваль «Киндерфест» собрал в Петербурге лауреатов престижных музыкальных детских конкурсов. Как российских, так и международных. Впервые на одной сцене выступили финалисты проектов «Голос дети», «Голос Балтии», «Синяя птица». Юные дарования, уже ставшие звездами, показали свои самые лучшие номера. Фестиваль талантов. И мне очень приятно, что фестиваль проходит в дни, когда мы празднуем день рождения нашего города Санкт-Петербурга, города, который по праву носит звание культурной столицы России. Потому что в нашем городе рождалась российская культура. Многие представители музыкальной культуры, литературы отечественной, художественных профессий прославили и Санкт-Петербург, и Россию далеко за ее пределами. К нам с охотой приезжают молодые артисты из всех стран, независимо от того, как политически складывается ситуация на данный момент. И то, что город поддерживает фестиваль, говорит о том, что он самодостаточен, что внутри него есть энергия созидания, энергия творчества, энергия дружбы. В фойе Балтийского дома был построен город искусств. В нем работали специальные мастерские. Дети осваивали азы мореходного дела и учились танцевать морской танец. Профессиональные педагоги учили юных гостей искусству модельеров, флористов и даже мыловаров.